І ми хочемо з задоволенням традиційно о цій порі представити вам нашу ранкову гостю. Сьогодні в нас Анна Дзюба, пивний експерт. Чому пивний експерт? Тому що сьогодні Всесвітній день пива. Так, доброго ранку. Дуже раді, що ви до нас завітали. І традиційне запитання, як настрій зранку? Замечательно. Я очень ждала этого эфира, я очень волновалась, я очень переживала и я очень готовилась. Дуже-дуже-дуже приємно. Як взагалі складно зранку рано прокидатися? Нет, я, наверное, жаворонок, и мне вставать утром легко, очень легко. Я встала сегодня без напряга, с хорошим настроением. Ну, все чудово. Ми цьому теж дуже-дуже раді. Ну що ж, давайте поговоримо конкретно по специфіці вашої роботи. Отже, історія винайдення пива. Що це за напій, як він взагалі з'явився на світ? Ну, що таке пиво? В першу чергу, це слабоалкогольний напиток, який отримуємо путем збраження солодового сусла з добавленням пивних дрожжей і води. Історія пива має дуже великі корни и тысячелетия насчитывает. Пальму первенства все-таки открыли пиво шумеры. Они брали спельту, это такой вид пшеницы, они его перемалывали с ячменем и оставляли бродить. И на основе этого сусла они получали напиток. Вавилоняне они улучшили напиток, они проращивали зерно, сушили, получали солод. Но такое пиво хранилось очень недолго. И взрыв такой истории пива начался в средневековье. Именно тогда начали в пиво добавлять хмель, что улучшило технические вкусовые характеристики пива и увеличило срок длительности хранения пива. И в 19 веке Луи Пастер нашел связь между брожением и дрожжевыми клетками. И потом, впоследствии, датский ученый выделил чистую дрожжевую культуру. И тогда уже начался массовое производство пивоварения, промышленное. Нічого собі, яка довга історія. Да? І така цікава. Мені цікаво те, що шумери винайшли пиво. Уявляєш, це люди, які винайшли колесо, які ще до появи астрономії, задовго тисячоліть до появи астрономії, вже знали про не геоцентричну, а гелеоцентричну систему Всесвіту. Уяви собі. І пиво ще також. Ще пиво винайшли. А взагалі, які існують сорти пива і які є зараз такими топовими або популярними? Мы все знаем, что есть светлые, темные, белые, фильтрованные, нефильтрованные сорта. Но вот есть такое понятие, как классификатор. Это две группы. Это эли. Это не те эли, которые всеми любимы, все мы привыкшие к этим сортам. Это эли, это пиво, которое имеет верховое брожение. Ферментация происходит при более высоких температурах. Оно готовится на основе чистого ячменя, светлого ячменя, чистого ячменя и с добавлением, большим количеством добавлением хмеля. Поэтому вкус имеет хмелевой, довольно выраженный яркий вкус. Это пиво идеально при 10-15 градусах употреблять. И есть группа лагер. Это пиво с низовым способом брожения, с более низкими температурами ферментации. Здесь идет меньшее количество хмеля, и поэтому лагера, как правило, мягкие и легче. И температура лагера идеальна – 5-10 градусов. Одвічне питання – фильтрованное чи не фильтрованное? Що краще? Знаете, это все очень-очень на любителя. И нефильтрованные сорта, они, как правило, они больше солодовые. Они не очищены от продуктов брожения. То есть пивные дрожжи, попадая в организм, делают свое дело. Это, как правило, это полезнее, что ли. Особенно, если это сорта не пастеризованные. Вот. А фильтрованные, опять, все дело на любителя. Кто-то любит классический сорт пива, горчее. Кто-то любит слажи, поэтому берет нефильтрованные сорта. Все ж таки цікаво, який є термін придатності. Зварили свіже пиво, який його термін придатності? Конечно, ідеальна температура хранения пива 13-15 градусов. Пастеризованные сорта храняться при подключении, при попадании в кегу. Я говорю сейчас о напитках, которые продаем на разлив. При попадании в напиток углекислоты, то есть мы когда подключаем вот кегу уже, при попадании туда углекислоты
Процесс хранения не более 7 дней. Угу. Если пиво живое, если пиво не пастеризованное, то его лучше всего употребить 3-4 дня. Угу. Вот ще одне питання, от зараз, не знаю, міф це чи правда, от зараз, можливо, ви його розвієте, що багато недобросовісних виробників використовують, як то кажуть, якісь таблетки, що додається в воду і бац, і пиво готове. Це правда? Я такого і не чула. Не чула? Є. Існує такий міф, я просто не знаю, правда чи це чи не правда. Да, дійсно, чи можна так хімічним способом отримати пиво? Чесно говоря, я такого не встречала. Чесно, я слышала эту теорию, я слышала эти разговоры, но у нас есть в городе завод, изготавливающий пиво, и мы разговаривали с технологами, у нас была экскурсия, и не одна туда. Нет такого понятия. Это неправда. Так. О том, что поставили, значит, какую-то таблетку кинули в кегу, пока довезли до точки, все, там уже все. Нет, это неправда. Угу. Угу. Так, і наступне питання. Для людей, які не вживають алкоголю, є такі види, як безалкогольне пиво. Як воно отримується і чи воно дуже відрізняється за смаковими якостями і іншими показниками від звичайного пива? Так сказать, такая же вот нулевочка, как говорится сленгом, да? Это, скорее всего, рекламный ход. Угу. Почему? Потому что маркетинговый такой подход. Почему? Потому что полностью удалить из пива алкоголь невозможно. Угу. Все равно в этом пиве, в нулевке в этой, все равно сохраняется алкоголя до 0,5%. Угу. Столько же алкоголя может сохраняться и в айране, и в кефире, и в квасе. Угу. То есть человек, который садится за руль, допустим, за руль, то, возможно, на его реакции это не скажется. Но если вас, допустим, останавливают, то могут возникнуть вопросы. И еще один такой момент. Я хотела бы обратить внимание всех на то, когда покупается баночное бутылочное пиво иностранного происхождения, нулевое, так сказать, обращайте внимание на то, что заявляет производитель на этикетке на свой продукт. Почему? Потому что там допустимые пределы алкоголя могут быть до 1.5%. Угу. Тобто ми розуміємо, що безалкогольне пиво – це не є таким продуктом, який окремо роблять від алкогольного. Тобто це алкогольне пиво, з якого потім якимось чином видаляють алкоголь. Його нагрівають, там ходять, но это сказывается на вкусе. Я не говорю, что это сам очень плохо или как-то очень меняет вкус, но это меняет вкус, особенно если кто-то гурман и понимает в этом, вот все оттенки прочувствует, то все-таки безалкогольное пиво, оно уступает. Багато сьогодні нового дізналася. Тепер хотілося б запитати, все ж таки, а де, в якій країні, можливо, на вашу думку, найсмачніше пиво? Знаєте, є такий, як би, топ-10, але перше місце все-таки тримає за собою Чехія. Второе место в Германии, где добавлять в пиво можно только воду, хмель, солод и дрожжи, и больше ничего. Бельгия с ее ламбиками, с ее элями. Также там есть и английское пиво, и замыкает этот хит-парад, по-моему, Америка. Угу. Потому что там больше всего, 90% там варят лагера, и в принципе там нет особых... такого широкого ассортимента и такого пива. Угу. Так, давайте поговоримо про культуру споживання пива. Як варто це робити? Начнем. Я хотела бы начать с посуды. О том, что нельзя употреблять пиво из металла и из керамики. Угу. Металл меняет вкус пива, а керамика, пропуская воздух, который соединяется в бокале с вашей углекислотой, которая находится в пиве, они тоже не очень хорошо сказываются на вкусовых характеристиках пива. Идеально стекло, идеально дерево. И если это какие-то подарочные варианты, то это может быть фарфор. Угу. Хочу напомнить, что пиво самое вкусное – это пиво охлажденное. 6-8 градусов – это будет идеально. Оно не должно быть больше 10 и менее 5. Я не рекомендую... Вот вы купили пиво, где-то шли, что-то еще куда-то зашли, кого-то встретили, поговорили, и пришли домой, и пиво набрало температуру. Я не рекомендую его класть в морозилку. Оно очень не любит резких перепадов температуры. Повильно охолоджувати потрібно. Безусловно, нужно потерпеть и положить его просто в охлажденный, вот в тот же самый холодильник. Такий лайфхак також, дуже, до речі, корисна порада для певних гурманів. Да, не нужно его ложить в морозилку для ускорения процесса охлаждения. Нет. Что же касается, вот если вы в компании, так получается, что приходится пить несколько сортов пива. Я рекомендую начинать пить
со светлого, более легкого, меньшим количеством алкоголя и меньшей плотности. К светлому пиву очень хорошо подходят и рыба, и креветки, и морепродукты, и совершенно разные виды орехов. К темному пиву темное пиво любит сложные закуски. Это могут быть и мясные салаты, это могут быть горячие блюда, это может быть мясная какая-либо нарезка, любые мясные снеки. А еще есть пиво, которое оно не относится ни к лагеру, ни к элю. Это индийский пейл эль и ламбики, которые очень хорошо сочетаются с фруктовыми салатами, с любыми десертами, с темным шоколадом и даже с мороженым. Оце я взагалі не очікувала. Ми звикли, да, що там чоловіки там з рибкою, з м'ясом, да, а тут навіть можна з якимсь десертом, тобто з, да, солодким вживати пиво. Ну це взагалі, знаєте, зараз у мене так... Інформація суто для дівчат. Так. Не очікувала такого. Питання наступне. Ми завжди бачимо при... коли ми придбаємо пиво, два показники – щільність і міцність. От поясніть, mm-hmm, що це? Тому що і те, воно відображається у відсотках. Ну, алкоголь, ми розуміємо, що таке алкоголь. Плотність пива, вона, знаєте, чим вище плотність, тим пиво буде насищення. Насищення ярче, насищення вкус. Чим менше плотність, там буде вкус легче, м'якче. Просто потрібно розрізняти ці два поняття. Люди дуже часто плутають щільність і міцність. Да, і смотрять, і говорять, ого, там 11, наприклад, оборотів. Якщо, наприклад, темні сорта, там, звісно, плотність більше, тому що там більше прожарюється солод, і, відповідно, і цвіт пива міняється до темного стану. Він становиться карамельним. Тогда і пиво і плотніє, і гарчеє може. Так, зараз невеличку ремарочку зробимо. От наша гостя сьогодні пивний експерт Анна Дзюба. Наша програма не несе ніякої пропагандистської зараз якогось пропагандистського направлення. Ми не пропагандуємо вживати алкоголь. Сьогоднішній наш гість – це суто інформаційна і суто просвітницька мета. Можемо так продовжувати? Можемо продовжувати. Хочеться ще запитати, ми вже говорили, що можна там поєднати з якимись смачними десертами, наприклад, додавати фрукти. А можна поєднувати, наприклад, пиво та сік? Безусловно. Безусловно, це всіми нами любимі ті елі, які є фруктові, які йдуть на основі яблучного сока. Можуть бути чистим просто сідром, да? Або ж це може бути з додавленням земляники, вишні, смородини, совершенно різних фруктів, ягод. І є сорта, так называемые бермиксы, где основа – пиво. Ну и там добавляется и грейпфрут, и дыня, киви, совершенно разные фрукты, может быть, и цитрусовые все добавляются. Но я хочу сказать, что на то, что вот люди пугаются, вот пивное сусло. На самом деле вы не почувствуете там ни аромата, ни вкуса пива. Это очень легкий, приятный, шампанизированный напиток. Ну що ж, давайте підсумуємо сьогоднішню нашу розмову. Ми хочемо вам побажати всього найкращого. Дякуємо вам за те, що сьогодні Спасибо. Завітали до нас не вранок. Не знаю, як ти, не знаю, як ви, наші любі глядачі, але я сьогодні скільки для себе нового дізналася, я просто шокована, скільки ви дали цікавої, корисної інформації. Ну, справді, дякуємо. Якщо вам було цікаво, я дуже рада була поділитися з вами і з зрителями своїми знаннями. Дякуємо, що до нас завітали. Хочемо побажати вам гарного дня. Надіюся, що це наша не остання зустріч. І прийду вам в гості. Гарного вам дня. Спасибо. Ну і наостанок ви можете щось побажати нашим телеглядачам. І все, і будемо на цьому з вами завершувати розмову. На жаль, але хотілося б довше. Хотілося б ще. Я хотіла би пожелати всім хорошого дня, хорошого утра, хорошого настроєння. І завершення сьогодні, останній день неділі, быстрее, чтобы пришел вечер, и вы могли расслабиться, получить удовольствие от прожитой недели и выйти на выходные с хорошим настроением, с хорошими ощущениями, что вся работа сделана, все получилось за эту неделю, и чтобы вы были здоровы и улыбчивы и счастливы. Боже, какие прекрасные повідання. Нагадую, что сегодня у нас в гостях была Анна Дзюба, пивный эксперт. Тож, пані Анна, до нових зустрічей. Ще раз вам гарного дня.